пока у вас был бой, женщины сидели и эти кристаллы в руках держали, как своими руками грели. И оно в них, да, силу воинам, да. И оно их, у них в руках раз, гасло, гасло, гасло. Они держали до последнего, один как можно. Один человек, да. Да, и они его держали. И когда человек погибал, они уже знали, что тот, тот, тот погиб. Так как, знаешь, квантовое что-то, вот как маленький приемник, процессор, не знаю, как я его как кристалл вижу. И вот, да. И вот все сидят, там бой идет на темной стороне, а тут все сидят на земле, просто сидят, кто на коленах, кто сидит. И вот так все кристаллы эти держат в руках. В одной там погаснет, она вздрогнет там или заплачет, в другой. Но нужно тихо, чтобы не кричать, потому что остальные должны не сопереживать ей, а держать. Угу. Женщины очень храбрые там были. Да, это всего лишь соседние. Можно сказать, звезды нашей галактики. Да. Как и здесь тоже. Но здесь все распиздяи. Все немножко не так было. Здесь все расслабились какие-то. Ну, то есть здесь больше тварь уже там поработала все, заранее. Там все знали, не забыли ни о звездных галактиках, ни о... у нас тут, а, инопланетяне, что такое, какой-то дурак рассказывает. А, другие галактики, никто нигде не живет. А, какой там... Какие там репты, какие ну, там... Может, и знали, но он живет, ну, там, ну, далеко, народ, да, да. Да, да, народ-то, знаешь, как вот в большинстве, большая масса. Вот. Нет, если каждого спросить, веришь, каждый скажет, ну да, там, типа, верю. Но думали, что больше не прилетят, да? Да. Это раз отбились. Ну да. А там получилось... Там первый раз не нападали, но мы уже... Блин, Илья, удивительная вот картинка, как сидят огромная площадка Земли, и все сидят с этим... Это вообще как мраки. Поле, смотри, какой такой столб силы женской. И каждая сидит с этим кристаллом вот на руке, и каждая кого-то держит. И если гаснет тихонько, нельзя плакать, соседние, чтобы не слышали, чтобы не сбить, ну, болью своей, не накачать. Очень злой. Это не знал. Да. Я думаю, что не хватает пробоев. Из-за этого тоже, вероятно, не хватало, но уже во время битвы они как могли помогали. Вот. И чё, в каком столбе я стоял? У меня прям глушило, пресень был. Все воздействие было мощное. И от корабля, который сверху над тобой кружил, и от того, кто там командовал этими войсками. Вот жаль, что он не выжил, его нет. Я был сам стер сейчас. И так гаснут, гаснут, гаснут эти огни. И у меня вот каждая точка вот тут. Даже не списком, а вот. И каждая держала себя в руках, потом, чтобы не сбить общее поле. Это кошмар. Но была надежда, что ты придешь и все принесешь, и все возродится. Да. Из моей головы память. Все. Но я сам себя не принес. Но там все равно все было уничтожено.
комнату, текущую живую волну. Мы их стреляли, стреляли, но чуть-чуть было. То есть у меня ощущение, вот чуть-чуть, каждый раз чуть-чуть. Вот-вот. Не с темы. Я видел прогноз на итог боя. Каждый раз 97-98%. 91-99%, потом раз вниз, 93-93. Ну, вот не хватало чуть-чуть до победы. Один раз момент был переломный, потому что вот чуть-чуть соотношение вот не то. Вот, ну, почти равные, но не с таким. Ну, вот на уровне магии там проработка. На квантовом уровне проработка была. И все. Да, и было там... И с матерьми, и со всеми были проблемы. Общество-то не было идеально и до этого. Да. И пошло проколы, и в прошлое, и по времени, и там со временем уже научились работать. То есть, как знали, что у твари же нет времени. Она как все варианты просчитывала и знала, что ведь она их вела. Да. Враг знает будущее. Я этого не знал, но тем не менее мы почти отбились. Если бы там хотя бы вот там три человека осталось, то все бы потом возродились. Это поле огромное, где просто гаснут кристаллы. Еще у некоторых там огромное поле. Там горит этот кристалл, но практически нигде он уже не горит. Он такой яркий, как оранжевое солнце такое, немножко ярче, чем желтый. Угу. Более оранжевый кристалл. И вот так все держат. И там уже повсюду женщины как опускают головы, чтобы не плакать, не кричать в небеса, поле вообще не портить. И смотрю, там еще несколько остается. Вот буквально остается только чуть-чуть, где горит вот этот вот. Твой-то горел до последнего. М? Твой-то кристалл горел до последнего. Я умирал, да, последний почти. Я умер. Там уже трое осталось было. Не в бою, трое, да. Со мной спину прикрывали. Я уже сам колол чем-то. Даже не стрелял. Вот эти мелкие пехоты, да, добрались. Там их тоже осталось несколько тысяч буквально, но... А потом просто взорвали планету. Потому что под землей базы были, все прочее, по-моему, не выкурить. Если с такой проблемой, то там не осталось никого. Там муравейник делать уже не стали. Ломанулись сюда. Осталось выяснить здесь первое вторжение, когда было. Первое вторжение, потом туда кинулись, потом здесь восстановились, потом и взорвались, потому что здесь начало восстанавливаться. Или как вот это еще предстоит вспомнить? Я не знаю. Мы говорили, что года лет 400, но мне почему-то вот идет 700. Да какой там? Ну вообще быстро. 700. 400, да? Да нет, можно. 300 даже. Ну, быстро. Может, не еще знаю, откуда такие цифры? Ну, если послали про... Послали легкие корабли, и пока длинные, они рассчитаны только на прыжки между вселенными. Ну, вот может, смотри, если прошлое было лет 200 назад, да, грубо говоря. Угу. Ну, может, 300 и есть назад. Вот. Между да. этими 100 всего. Да, может, да. Может, да. В успешном порядке с кирпича начали все восстанавливать. Уже камней не было почти. Мрамора и прочего. Гранита. Они начали делать клепать из кирпича, из того, что было. Из вновь появившейся глины ее обжигать, и все. Раньше глины-то не было, по сути. Глина — это вот осаженный пепел после ядерных взрывов. Вы поняли, что без дальнобойных нет. И пока дальнобойные подошли, а это... кубики и треугольнички, материнские корабли. Вот. И до сих пор они здесь, похоже, летают. Иногда светятся на фоне солнца кубики. Это мой точно светится, он прямо рядом чувствуется.
А мы его только дернули были, помнишь? Да, и он сразу осветился. Да. Сейчас он все. И ее тоже все. Все квантовое уже. Того. Как мне раскалываться? Затылок. Макушка. Да. Ну, главное, что мы помним ту цивилизацию. Они были такие же, как мы. Так. Абсолютно люди. Белокожие. Восстановим, да. Красивые. Реально красивые. Красивые были. Да. Не длинные, а вот как скошенный прямоугольник такой. Лица. Но красивые. У вас шел бой, да? Да. Это было 1.5 дня именно. Это началось утром, можно сказать, а потом, ну, в день следующего дня. Вечер следующего дня. И вот там я, это было жестко. То, что просто в пылу Алекс воевал, да, это почти 3 дня. Это ладно, нормально. Это мог быть, ну, один на своих ресурсах. Но чувствовать все, когда каждый умирает. Это было весело. И как-то передать кому-то команду невозможно. Ни у кого такой хрени на голове не было. Ни у кого. Тебе там как вживили, знаешь, как имплант, как операцию какую-то. Mm-hmm. Никто не мог такое выдержать. Внести во время боя уже на кого-то это невозможно да, было. Да, я чё, понимаю. Я понимаю, как уже все, у меня мозг угасает. Потому что каждый умерший, это клетка, это я тупею, вот, и ничего сделать не могу. Как ору, понимаешь, и... Mm-hmm. С женщинами сидела. Там женщины тоже не спали, потому что невозможно было передать. Связь была установлена у каждого с кем-то. Или мать с сыном, или жена с мужем. Ну, кто-то с кем-то, кто был ближе всего, роднее всего, или как там. Они тоже не уходили, они тоже сидели. Я повыше сидела, скорее всего, не из-за положения, а из-за того, что всем хотелось смотреть на мой кристалл. Потому что понимали, что он самый важный. Потому что понимали, что есть возможность им возвратиться, что к ним все возвратятся, если ты вернешься. Потому что поэтому... поражение — это только погашение моего кристалла. Все. Да. И поэтому там как такой, ну, как постамент, не знаю, что-то было, коробка, что-то, вот пьедестал, что-то, ну, как что-то повыше вот так. Что я сидела сверху, и все на меня смотрели. И я вот руки держала, опустить их не могла. Нужно было держать вот так, чтобы не было на коленах или где. Вот все так держали, вот так руки все держали. И все смотрели на свой кристалл и на меня. Ну, не именно я была нужна, ну ты понял. Всем было важно, чтобы ты выжил. Мне тоже. Я вот этот бой помню еще вот до тебя, этот сеанс с Натальей, цифру назвал, говорю, вот столько, вот откуда у меня эта цифра? Она что-то другое увидела, показывать начала. Я тебя не смотрела, ваш сеанс. Ну, реально, да, не смотрела. Я цифру говорю, вот мозг сгорел, вот это, ну, не увидела. Да, он меня этот бой прям после боя с тварью, вот этот бой он. Наталья не виновата, что не увидела. Нужно очень с тобой сонастроиться, да. Чтобы это увидеть. Мне нужно настолько фантазию и критику отключить, чтобы, да. Она не виновата. Я не про это. Я про то, что он давно у меня. Да, да. Он давно у меня. Я поняла, о чем ты просто. Нужно почувствовать. Я падение чувствовал тоже давно, но думал, что это сон. И вот только недавно, когда еще раз сон пришел, вспомнил с Алексом. Когда пробили этот мой дирижабль, я медленно падаю. Вот это вот медленное падение, которое там, не знаю, час длилось, но я понимал, что я упаду и умру. Плюс еще время, иначе стекло там. Может, перед смертью всегда как жизнь. А знаешь, как бывает машина, пока крутишься в машине, это как вот замедленная съемка, да. Когда я вниз головой просчитал все, куда я упаду, как машина идет. Что дальше будет. Потом все как вырвалось, да. Господи, там реально долго падал. Какой ужас. Да, нормально.
этой твари больше нет. Нужно добить масонов, мурашек и все. Я думала о том, как ты на машине летел. Вообще, ты как заговорила, какой ужас. Это не самое страшное. Аварий было много таких. Все, я не виноват. Толк. 4 крупных. Это тоже меня накрывало. Хотели убить таким образом. Сейчас нам надо с паучков еще установиться. Еще может вспомню. Детали. Ну, я по-своему помню то, что тебе как бы не несет никакой смысловой нагрузки. Информационной. Полезной, скажем так. Почему поссорились, какого цвета платье. Конечно, важно, но не очень. Насколько я жесткий у тебя, да-да. Ты не живешь хорошо. Даже не знаю, хорошо или нет. Мы обычно за 3 дня две одну растапывали. А тут двое, да. Белые одежды красивые, все женщины одели. Самые парадные. Зачем? Зачем женщины парадные одежды делают? По-своему тоже сильными, как мужчины доспехи, скажем так. Как я крашусь, чтобы не плакать. Того, да. Меня больше интересуют технологии. Пусть сильные все технологии там скачают. Они могут через меня посмотреть эту историю, не они рассказывали, это я видела. Может быть, потому что ночью это закончилось, я запомнила, что темное небо. А может, и правда так было поделено. А может, это просто восприятие такое, что там все в белом, в чистом сидели, а там все. Да, а там все смерть, бой, ужас. Возможно, просто погибали уже вечером, больше под вечер следующего дня. И это у вас там. Другая половина планеты. Другая половина планеты. Условно, это 3-4 часа уже следующего дня. И вот ну, день точный, как чуть-чуть к вечеру. Да. А у вас уже на один ночь. Надо было иначе сделать. Я дурак. Не выходить чисто поле набито, блин. А копаться и все. Сколько можно гражданских сохранить. Пусть бы они вычищали, выкуривали нас из подземелья, с катакомб. Нет, тогда бы они сразу могли грохнуть планету. Да, они бы могли сразу планету грохнуть, да и все. Надо было уничтожить как можно больше живой силы. И вымотать энергии заблокируем. Что ты, я сделал? Ты делал все абсолютно правильно. Икону этого другого военачальника вымотал. Так что он стал бесполезен, он меня уничтожил, сама убила. Да, ослабил рой в очередной раз как мог.
она поняла, что там еще и подземелье есть. Есть такое сопротивление на земле, то под землей будет вообще долго бесполезно делать муравейник, да? И вот потом она пришла сюда. И связь у всех между всеми была. Ибо было очень трудно бороться, если каждый с каждым телепатически вытягивал, вытаскивал на один уровень. И это глушило ее. Угу. Вот эта связь. Чистая. Она, да, ее, вот ее глушило бы. Она хотела одна иметь эту пси-связь. Всех контролировать, а ее, чтобы никто не видел, не слышал, не контролировал. В одну сторону. Это тоже было нарушение. Еще один проект Роя под названием «Односторонняя пси-связь» был тогда нарушен. Тогда было сформировано общество, ты говоришь, вот революция. Ну, я не... сделал антирой. То есть коллективное сознание человеческое без единого роевого, оно соединил все. Не просто вот мужа с женой, вот как было там. И эти квантовые технологии применил для формирования как бы роя, но на других принципах общества. Назовем это общество. Новое общество. Где все равны и все открыто. Товарищ Сталин подобное хотел сделать только без квантовых технологий. Но вот эти вот вновь построенные шестиугольники, гигантские крепости-звезды, как высотки, как в Муроме, так и везде. И если бы они заработали вот так, вот они бы вот этим фрактальным своим узором, они бы на всю Вселенную ее бы заглушили. Вот еще чуть-чуть бы не хватило. Да, Китай был под контролем, Индия с помощью Ганди тоже против британского империализма. Арабов вообще тогда не было, никто не спрашивал. Негры готовы были бороться за самостоятельность. Немножко осталось. Пол Европы и так. СЭФ. Варшавский договор. Победа была бы близка. Реально. Чуть-чуть не хватило, ну ладно. В очередной раз чуть-чуть. Ну как заговоренный. Ну вот это и есть. Программа магическая была. Чуть-чуть, чтобы не хватало. Чуть-чуть раньше начинать, чуть-чуть позже. Вот оно, чуть-чуть. С того раза пошло. Давай посмотрим, что там за магическая программа, которая чуть-чуть все мне обсирала.